прокуратурой города Оренбурга проведена проверка подземных ливневых канализаций, расположенных под 33 улицами областного центра, общая протяженность которых более 70 километров. По результатам проверки было установлено, что ни один выход сточных вод из 10, расположенных на площади 1 мая, по улице Волгоградской, Стережковой, Степана Разина и проспекту Гагарина, не оснащен очистными сооружениями. Следовательно, неочищенные сточные воды попадают прямиком на почву и в местные водоемы, что является прямым нарушением законодательства. Так, например, на улице Максима Горького выпуск ливневой канализации расположен в водоохранной зоне Урала, а по проспекту Братьев Коростылевых загрязненные потоки впадают в реку Сакмара. Проверкой, проведенной прокуратурой города Оренбурга, установлено, что ливневая канализация города Оренбурга не оборудована очистными сооружениями, в результате чего неочищенные воды из ливневой канализации сбрасываются как в пределах городской черты, так и в русло реки Сакмара, как мы это можем сейчас с вами наблюдать. Помимо этого, как показали исследования, проведенные с привлечением специалистов Министерства природных ресурсов, в местах выброса сточных вод имеет место превышение допустимого уровня содержания вредных веществ. Практически везде обнаружено повышенное содержание цинка, меди, марганца, свинца и железа. Наивысшие показатели загрязнения выявлены по нефтепродуктам. Прокурор направил в суд иск, в котором потребовал обязать Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, а также администрации Южного и Северного округов оборудовать системы городской ливневой канализации очистными сооружениями.